Первые и очень важные. Президент Украины Петр Порошенко прибыл на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Этот визит в Париж рабочий. Ожидается, что лидеры двух стран скоординируют позиции по Донбассу. На прошлой неделе Порошенко обсудил этот вопрос с президентом США и канцлером Германии. На встрече с Макроном планируют договориться о возобновлении нормандского формата, чтобы подготовить дорожную карту по прекращению российской агрессии на востоке Украины. А летом в Украину прибудет дипломатический десант, заявил президент накануне в интервью журналистам. Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев. Продолжим процесс, запущенный в Вашингтоне. Также ожидаем визит генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который также состоится в июле. Активность чрезвычайно велика. Это позволяет нам держать солидарность и обеспечивать экономическое сотрудничество, поддержку реформ и улучшение инвестиционного климата.